Друзья, всех приветствуем! Сегодня на завтрак мы решили приготовить сырники. Для этого я взяла 800 грамм творога. Творог я немного подсолю. Добавлю 2 куриных яйца. Сахара 3 столовые ложки, ванилин добавлю еще одну пачку, 1,5 грамма, и все это буду хорошо перемешивать. Все хорошо перемешали, сюда добавим еще 3 столовые ложки муки. Я просею через сито. И снова все хорошо перемешиваем. Все перемешали хорошо. Теперь будем формировать сырники. Придаем им форму и еще раз обваливаем муки. Такие они у нас получаются. Тем временем у нас греется сковородка с маслом. Опускаем их на сковородочку. Сырники перевернули на другую сторону. Они у нас кипят в масле. Чем больше масла мы нальем на сковородку, тем лучше они обжарятся. То есть прокипят, как беляшки. Самое главное, чтобы они вот такой румяной корочкой покрылись, с одной стороны взялись. И тогда уже они точно не развалятся у вас. Друзья, сырнички наши готовы. Поджарились. Кушать будем со сметанкой. Всем приятного аппетита. Всем хорошего настроения.